На Валберисе заказала вот такие вот леггинсы, или как называть, белые сердечки на красном. Леггинсы для девочек. Вот. Такая расцветочка и вот такая вот футболочка красивая с такими вот мороженками. Не знаю, может быть, Анжелике такую же на лето заказать. И будут две такие кроссовки ходить. Еще, кстати, новые памперсы заказала. Вот такие фирмы. Вот такие они. Baby Pant. Ну, тоже, видите, Юсун. Но они маленько другие. По отзывам они хорошие. Вот, решила заказать. Я уже открыла, чтобы посмотреть, какие они. Их тут 50 штук. Достала уже одну штучку. Вот. Так вот они выглядят. Такие тоненькие. Ну, из упаковки я решила достать вот эти вот леггинсы. Такие вот они классненькие, на мой взгляд. Но мне понравилась эта расцветочка. Еще очень-очень приглянулась эта вот классная футболочка. Я бы даже, наверное, сама такую бы поносила. Ну, красиво. Мне лично очень нравится. Вообще, я покупаю детям все то, что нравится мне самой. Так что вот. Очень классные вещи. Так, другой день. Забрала еще покупочки, посылочки. Заказы, значит, с Валберис. Я не одна, тут с Ликуськой. Так, Алине я заказывала вот такой вот планшет. Такая упаковка. Так вот он выглядит. Она очень просила красный, нам прислали синий. Я ей на день рождения дарила подобный. Анжелика его сломала. И да. Очень, конечно, печально. Он так вот пишет. На кнопочку нажимаешь, он все стирает. Я не знаю, Алине очень он нравится, поэтому повторно она даже у меня попросила. Вот, ну, надо ребенку. Здесь вот такая кнопочка выключить. И, то есть, он уже не будет как бы работать. Ну, как бы писать-то можно, а вот стереть уже не стерешь. Нужно включать и стирать. Еще я заказала вот такой вот лосьон мужу. Это уже просил он. Сам, кстати, выбрал, и я заказала. Я распечатала, упаковку выкинула. Вот эту пупырку пока оставила. Запах, конечно, стоит на их вкусняцкий, неимоверный. И смотрите, коробочка вот в таком состоянии. Она мокрая, ну, влажная, я бы сказала, не мокрая. И получается все... протекло, вытекло, не знаю. В общем, так, Ликуся у меня просит планшет. Налика. Вот. Лосьон после бритья охлаждающий. Ну, он как бы вкусненько так пахнет. Ой, я не знаю, много или мало здесь вытекло. И сколько вообще было тут наполнения, я не знаю. Так что вот. Это у нас полочка. Полочка для Алины в комнату. Я потихоньку все же... Лика. Я потихонечку ее пытаюсь как-то еще приукрасить. Сделать еще удобнее, красивее. Еще надо наклейки будет заказывать для декора, для декорации. Увидела на Валберсе вот такую недорогую маленькую полочку. Решила заказать. Вот такая красота. Там еще Алиночка у меня пришла. Смотрите, вместе с полочкой шел вот такой вот клей. Монолит. Секундный клей. Такая тут инструкция. Ваня, работа. Я не буду тут ничего сейчас доставать. Мама, Анжелика тоже прыгает. Угу. Пусть так все будет. Ваня потом посмотрит, как что тут. Нужно будет делать. Вот, наконец-то пришли Тёмины костеры. Так. Люблю я вот такие штучки различные. Это вот папе пришел, пролился лосьон. Конечно, картинки меня не радуют. Я очень долго сопротивлялась. Не хотела,
чтобы мы заказывали вот такие постеры. Но Тёме они нравятся. Это мультик «Клинок», что ли, он говорил. И, в общем, я согласилась с тем учетом, что сын будет самостоятельно сам засыпать. То есть, ну, вот такой нравится ему мультик. Повесим ему постер. Кстати, надо же еще рамки купить. Или закажу, или в фикс-прайсе куплю. Я там видела. Нужно будет посмотреть. Все. Вот такие вот покупочки у нас. Ссылочки обязательно будут в описании. Всем пока-пока.